Привет, друзья! Это истинный следователь. Обзор водки армянской из Кизила. Фирма Stone Land. Такая вот пробочка нормальная, прикольная. Описание почитаем. Водка плодовая. Из национальная плодовая дистиллят кизиловый двойной перегонки шаранского типа. Вода, сахар. 224 калории. Срок годности не ограничен. Произведен Араратский винный завод. Село Арарат, улица Рафи, 19. И никому не нужная Москва сраная, импортер. То есть они просто, вот эти импортеры, они цены увеличивают, ну, как минимум в два раза. А это стоило около 600 рублей, то есть за 300 бы сами армяне продали. Но Москве надо 300 тоже получить, суки, этой ненужная Москва вообще, ее снести нафиг, кусок говна. Причем недавно я где-то в комментариях слышал, там все время в интернет люди в комментариях одно и то же нудят. Там говорят, ой, в метро там встала в Москве, сломалась. И говорят, очень много наехало, а потом какая-то тетка, Москва, ну мы тут живем раньше, так что идите в жопу. Нет, Москва в жопу должна пойти, потому что очень много ее товаров и очень много они собирают. То есть они фактически как паразиты. Ничего они, ну не привозите сюда свои товары, вот куча товаров есть, куча просто, я описание бумажки посмотрите на товарах, я смотрю, каждый второй товар, то есть Москва специально обворовывает, ну не нужно, как бы невыгодно получается это все привозить, ну каждый второй товар и еще вот эти акцизы отдавать постоянно, нафиг не нужно Москва, ну и там естественно все это местные воры забирают, ну и какую-то там копеечку остается этим говняным москвичам, которые там орут, не приезжайте. Мы не приедем, ничего. В жопу пошли со своими налогами и со своими товарами. Товары в основном херовые, московские. Ну, всякие вот шлачи на все ленты, окей, забиты. Так. Опять Москва. Что это? Претензий и партнер. ФМГ и Росагроимпорт 40%. Ну, в общем, все. Водка неплохая, нормальная, но немножко голова побаливала. От нее, наверное. Наверное, скорее всего, от нее. Так, получше, чем которые здесь продаются рублей за 200-300. Вполне нормальная, но крепкая. И не идеальная. Я бы так оценил бы на троечку, четверочку. Всем спасибо. Пока. Это был истинный следователь. Водка Stone Land кизиловая. Нормальная. Пока.